И всем привет, с вами Рюга, и мы продолжим играть во время приключений. И Ледяной Король, почему-то ты решил нас мистер. Так. Собственно, время отправиться в Ледяное Королевство. Игра уже скоро закончивается. Так, это что? А, все, вспомнил. Игра уже скоро заканчивается, так что, скорее всего, это предпоследнее видео. И оно будет достаточно долгим. Так, о! Мы можем сами плавать. Отлично. Что у нас тут? По идее всего 12 звезд, это у нас и 7 из них. Ну да, все сходится. Еще 4 в Ледяном Королевстве. Нет, у нас 7. Ну, значит, я где-то пропустил звезду. Надо подраться, чтобы выставить запасы. Давайте включить наши запасы неплохие. Ну, что ты ждешь? А, амулет. К сожалению, он нам не поможет. Мы теперь умеем плавать. Это хорошо. Посмотрим, что тут еще есть. Значит, мы можем тут залезть. Это обратно в Сладкое Королевство. Кстати, значит, мы можем тут залезть в Сладкое Королевство. Я думаю, все догадываются, зачем я с вами вернулся. Конечно, для поверапа еще рановато. Но скоро мы получим следующий поверап, который позволит нам добираться в новые точки. И мы сможем собрать оставшиеся колдовские звездочки. Хотя у меня есть такой дюс, что я где-то пропустил. Это, конечно, не суть. Игра, конечно, не настолько сложная. Вот. Вот зачем мы пришли. Да, да. Куча хилок. Вот как интересно комбинировать вещи. О, да ладно. Так просто. Чтобы солить бургер, надо было просто перетащить. Да вы издеваетесь. Так, народ, теперь я знаю, как комбинировать вещи. Это дико глупо оказалось. Что, я еще не тебя смогу посолить? Я ничего посолить больше не могу. Лучше я так... Да. Хотя надо найти еще по одну пачку денег. А мы выменим ее на бомбочку. Будет совсем весело. На почве того, что скоро, как сказать, видео заканчивается, появится новое интересное прохождение. А именно Kingdom Hearts 368 дней за 2 и рекорд. Че, перекатировка. Так, и сюда. А вот сюда.
Нет, стоп. Не сюда. Значит, я где-то не там вошел. Ищем. Не, все так. Все, я понял, кажется, как прийти туда. 5 минут уже буду ждать просто так. В общем, кстати, потом, когда у меня скачается, будет еще Sonic темное братство интересное. Также я выложу несколько разных геймплеев интересных. Хотя, конечно, кому интересно. Я вижу, что будет. Хотя не. Черт, вот гады. Так и знал, что будет. Давай, стреляй, паразит. Ты стреляй тоже? Давай, стреляй, гад. Посмотрим, сколько тебе будет лечить этот бургер. О, больше теперь лечит соленый бургер. Сюда. Где-то я, видимо, пропустил проход. Пропустил. Если я могу вот тут проехать? Нет, не могу. А че, возвращаемся в наши зеленые земли? Сюда, как долго не играю, немножко навык теряется. Ах ты жопа. Ну ладно. Стой ты... Каца. Ладно, не перелечу, придется по-нормальному делать. Там всегда есть сейф, на котором можно установить силы. Да, есть. О, вот и тексик. Сиропчик. А сейчас попробуем сиропчик скомбинировать с оладьями. Да. Конечно, смысл компании не сильный, но самое приятное. Вот она наша. Стоп, тут. Да, тут. Да, вот теперь тут мы попадем в ледяное королевство. Посмотрим, можем ли мы еще кого-то попасть. Подожди-ка. А, ну ладно. Враги все полезные, это вещи. Мало выпустить. О, все, мы нашли нужное количество денег. Так, и что, мне хотите сказать, что мне теперь запилить? Понятно.
Ха-ха. Подпрыгиваю кристального стража. Да, у нас еще одна звезда. Повысим здоровье. Скоро мы станем абсолютно совершенны. О, вот мы обманули кристального стража. Так, посмотрим. По идее у нас еще... Ага. Одна последняя звезда находится в зеленых землях. Чтобы туда попасть, нужно стать высоким. А, вот она, где я просто. Сейчас я посмотрю, откуда. Ну, надо бы все-таки через пещерку пробиваться. Точнее, через проход. Вот пещера. Тут что? А, тут еще один проход. А, все, вспомнил. Точно. Вот. Теперь мы попали в ледяное королевство. Наконец. О, Гюнтер! Куча Гюнтеров! Иди сюда. Какая прелесть. Тут нас будут мучить ветром. Так, чтобы ломать лед, нам нужен огненный меч. И тут находится следующая звезда. Так что мы еще вернемся. Сейчас ты меня не сдуешь. Вот. Скоро... Вот и близится финал. Посмотрим, что у нас есть. Эй, чуваки, я собираюсь охранять вход в королевскую тучу. Ты не можешь просто пройти на вечеринку, это знаешь. Ну, это понятно. Чтобы попасть на вечеринку, нам нужно что-нибудь принести интересное. Сейчас мы это принесем. Опять вот это сохранение. Пока мы пользоваться не будем. О, помните, ледяной голем. Точнее, снежный. О, такой печальный. Изучилась большой парень. Кто-то пропал. Я не знаю, где эта дыра в моем сердце. А, звучит как будто снежному голему нужна подружка. Давай построим ему одну. Серьезно? О, спасибо. Можешь использовать чистый небесный снег, чтобы сделать ее. Ты подумаешь облака? Да, небесный снег. Я не думаю, что мы можем туда попасть. Нет проблем. Это тучевой друг даст ускорение в любое время. Покажи им картинку. Хорошо, мы собираемся построить тебе подружку из этих облачков. Говори с тучевым другом для того, чтобы отправиться в королевство тучек. Отлично, значит мы туда отправляемся. Так, ну на, получи. Да, я туда попадаю, чтобы ради снежного голема, и мы сделаем ему облачную подружку. Да. Вот мы это путешествуем. Да, вечеринка.
Писали молочный коктейль. Шел за счет. Ух ты! Вот и наши нимфы отжигают. Почему шестерка боится семерки? Потому что семерка съела девятку. Абсолютно бесполезный рецепт. Давай пляши, Флин, пляши. Тут столько всего интересного. А вот он, король вечеринок. Бог вечеринок еще не было. Ну все знают, кто такой бог вечеринок, только мое время приключений. Чтобы ему сделать подружку, нам нужны кусочки облачков. В каждом регионе есть особая облачковая зона. Сейчас мы будем прогоняться. Нам нужно привести 4 кусочка. И там он получит свою женщину. О, я только что понял. Вы, парни, слишком короткие. Нам нужно быть длинными. Точнее, иметь длинные ноги, чтобы достигнуть облачковые зоны. Это проблема. Джейк может быть длинным. Что? Отличный тейк. Выйти свои ноги так длинно, как только может быть наидлиннейшей собакой. Оу. Да, да. Ну все, мы тут закончили. Стало время искать облачковые зоны. Соп, нет. Да, возвращаемся или нет. Я пока подождем возвращаться. Чтобы проверить. По идее, это здесь должно сработать. Нет. Не срабатывает. Хоть посмотрим на местных врагов. Помимо гюнтеров. Покрепче будут. Этот камушек хотел меня облизать. Больно наглый камушек. Выбирай Гюнтер. А, он ничего не стал выбрать. Размажен Джейком. О, космическая перчатка. Это хорошо. Так, я хотел посмотреть, вот, по идее, мы должны немножко пройтись по пещерам. Вот, сохраниться. На случай непредвиденных обстоятельств. О, еще пирожок. Привет, Гюнтер. Что бы мне использовать? Ну конечно, когти тигра. Все-таки нужен огненный меч, конечно. Хотя, ладно, кому он нужен? Этот кристалл невидимости. Так. Обновил, конечно. Ну, почему бы с ним не сразиться? Эдвинтер.
Чего, скоро вернемся в Огненное Королевство, обменяем денежки на бомбу. Ну что, давай скажи. Ты чё? Прорвался. Подождите. А мне ну что? То есть Мити назад не вернуться, да? Значит, у нас сигнализация. Ладно, кстати, поберем и скомбинируем морскую соль с молочным коктейлем. И следим. О, да, это хорошая комбинация. Чего она использует? Ха, сейчас иди нафиг, скелетик. А что-нибудь придумать, как бы тебе наколоть? О, это еще что? Смотрите, у него есть органы. Какое, наверное, это мученическое существо. Он мучается. О, фига себе, достал ты. О, фига. И тут кристальная яблоко. И а чё я тут? Значит, остается только вернуться, потому что без огненного меча мы не сможем тут пройти. А все-таки для начала придется посетить другие локации. О, смотрите, это здесь еще про пещера. Так, звезда ниндзя. Не надо сюда идти. Я все понял. Так, что мне против тебя применить?
время поюзит хил и лечилочки наши. Столько вариантов. Это куда ведет? Что будет за штуку? Что будет? Ладно, не хочу с этим связываться. Вот мы получаем наш первый фрагментик. Поднимаемся на облачко. Издевайтесь, такие узенькие. Это четвертый кусочек. Ну что, еще три. Не будем связываться лишний раз. Так, вот сейчас пойдем посмотрим, что тут. Привет, бычок. Так, сейчас мы подожжем этого скелета, чтобы навалять ему в безопасности. Какой-то он не... Вот так, ребят. Тоже был наглый. Почему вышли? Ну, еще раз. Так. Вроде бы у нас все в порядке. Пока что. Мне все жалко, что нет ни продолжения, ни переиздания на других консолях, кроме DS. Задавили его. Замок ледяного короля. Но нужен огненный меч, чтобы тут пройти. Собственно, это наша последняя локация. Тут финальный босс. Что делать с этим скелетом? Не хочу тратить космическую перчатку на такую пакость. Так, кубок. Ага, значит кубок полное лечение. Yeah.
Ничего, скоро мы со всем разберемся. Фактически вся серия будет занимать посещение старых локаций. В поисках чуба. Зато следующая серия будет битва с финальным боссом и в последний данж, соответственно. Так. О! Нахал. Где наш пучок? О, даже я успел его убить. Хорошенько. Нам сюда. Гасили, что это за хрень? Тут так копать гибнуть можно. Так. Ну что, съедим все буррито. Чё? Так мало остановил? Это еще все буррито. Да, мы нашли еще одну. Из волшебника. В этих пещерах еще две звезды. И одна в стартовой локации. Ну ничего, мы к ней обязательно еще попадем. Откуда они все бегут? А, просто там бегут. Угу. Вообще-то мы удачи зашли. О, не хочу с тобой сейчас. Давай, иди. Я сейчас убью тебя потихоньку. Вообще странно, где-то последние звезды. По идее, они должны быть в этих пещерах. Так, случайно. Ты что ж такое? А чё я мучаюсь? Я ж... Паразит. Сейчас у нас долгая дорога домой. Сохранится. Ну что ж, возвращаемся назад.
должны с вами сделать, сучку Бюнтера? Какие вы милые сёжи. Иди. Владимир. Сказал он. Перебил их всех. Я мог просто пройти мимо. Куча сладкая. Ну что ж. Будем путешествовать. Так, смотрим вообще, куда я могу заехать. Огненное царство. Отлично. Если мы сможем получить огненный меч. Только вот. Где огненная принцесса? Её нет. Очень интересный способ добраться в огненное царство. Сюда заглянем. Спиральный разрез. Так формально это способность Фина, а не человека. Я посмотрю. Значит, мост, тяжелый, корабль, длинные ноги. Еще одно движение осталось. Ах, успел таки. Ну, к сожалению, тут никто ничего не сделает, хотя, может, к счастью, все умрут с одного удара. Это все. Жаль, ты думаешь, что с моим-то уровнем ты мне что-то сделаешь. Даже я еще выкрашу это взять. Все нужное. Хотя оно бы мне пригодилось. Соль. Суть-то мне точно не нужна. Ух ты, тигра, блин, столько вещей выбрасывать. Не, нам ничего не надо. Пойдем выменим бомбочку. А не, сок, не сюда. Или сюда. Что у нас тут? Сок, вот тут опа. Уже были. Вот. Нам по-любому спускаться. Вот, сейчас освободим место в инвентаре. Держи свои 3 пачки баксов. Получаем бомбу. Что? Есть бомбочка. Я лучше атакующая вещь. Раз уж он встал на нашем пути. О!
за то, что я взял яблочко? В общем, надо два таких плащика, почему бы один не истратить. Давай. Закинь наш на волочка. Гадство, успокойся. Так, так, все, давай еще. Третий кусочек. Мы получаемся в обратном порядке. Хорошо, повторяем нашу процедуру попадания назад. Заодно поищем в сладком королевстве место, где можно подняться. Вот оно. Это уж больно легко. Прикинись на облачках. Есть интересный шорткат? Да, посмотрим. Не, нету. Я спущу что-то. Не, отстань. Вообще, я использую вот эту вещь. И пойдем ее. А сейчас с вещами нормально. Еще даже нормально. Такое чувство, будто я пропустил где-то одну звезду. И может соединить яйцо. Mm-hmm.
Так, все. Последняя часть. Собрали все необходимые части. Возникают другие вопросы. Где же оно находится? Давай, Джек, пробивай нам путь. Пожалуй, в первый раз за долгое время посмотрю на карту. Чтобы понять, что я находился. Все странно. Точно. Сходим-ка сюда и посмотрим, что у нас тут. Пальцы спины нехорошо. Конечно, неплохо иметь такой амулет. Так, ага. Это вот так все приходит. Ну ладно, вариантов не остается. Придется идти. Сдается мне, что где-то звезд не хватает. Что так? Вот. Что у нас можно? Конфеты какая-то. Бургер выберем. Ну ладно, там сохранение есть. О, еще конфетки. Одни конфетки съедим, другие возьмем. Так, а вот это... А, точно, вот тут одна звезда. А помнишь, где-то было еще? Чего где-то способность должен дать? А, давай закидывай нас. Вечериночку. Вот. У нас все необходимое. С энергией тысячи вечерующихся демонов. Плюс одного случайно завлечь волочкового духа. Я наделяю жизнью эти облачковые кусочки. Ну все, возвращаемся. Так, если я поговорю вечером.
тебя есть миссия «Снежный голем». Получил один вообще ночка. И мы вернем его при огненной принцессе. И у нас будет все тип-топ. Почему я упал? Вообще иметь Джейка зонтика очень полезно. Нет. А вообще сделаю так. Я супер крутой. И съедим пирожок. Конечно, стоило на босса оставить. Сейчас вернемся, по-моему, жизни восстановим. В этот раз я оставлю вас жить. Ха-ха-ха. Не, не оставлю. Отправимся в Огненное Королевство за Огненным Мечом. Остается мне все-таки что-то против. Или нет? Ну не, все, по идее. Осталось взять вон там и две в огненных пещерах. И две в ледяных пещерах. Принцесса, это где? Вот, на тебе. Вы встретились снова. Дорогой водный элемент. Дает нам семейное сокровище. Кайф, она теперь огненный меч. О! Смотрите, как мы умеем. Ну все, скелетики получат. Ой, как скелетики получат. Хотя, если я могу на старт получить? Не, не могу, все. Это теперь у нас новый окончательный меч. Древесный данж. Эх, ну сейчас идем к нашему ледяному королевству обратно. После чего на этом серию завершим. И следующая часть будет финальная. Thank you.
сожалению, наше путешествие скоро близится к концу. Жаль, я бы еще поиграл. Я, по идее, можно начать второе прохождение. Если кто заинтересован, об этом скажите. И мы, наверное, поиграем продолжить плюс. В этом случае у нас сохранится вся наша статистика и это и все наши вещи. И все открытые колдовские звездочки. А пройдя игру второй раз, мы откроем это музыкальный это. Ну, в общем, возможно прослушать музыку из игры. То есть довольно хорошо. Так. А не жадничать, не торопиться. На самом деле тут платформинг весьма легкий, несмотря на некоторые мои жалобы. О, да. У меня есть сила. Колоссовой звезды. Всё. У нас максимум жизни. Осталось повысить атаку и скорость. Начинали с двух. Подождите. Что за кидалово? Нас кинули. Четыре. Да, не, все, четыре. Почему 6? Почему не 5? Почему не 10, в конце концов? Что это за... Почему 6? Хотя 6 на 4. Клал как-то неправильно. Все, сохраняемся. Это все. Подписываемся на... мой канал, вступаем в группу ВКонтакте и до следующей части, следующая часть финальная, на которой закончится время приключений.